Всех героически приветствую. На замену данных часов мне понадобилось 5 часов. И просто грубая мужская сила, чтобы совладать и сменить данный ремешок, данные петли. В каждой петле, сейчас покажу, несколько вот таких есть стрелочек. И по этим стрелочкам мне пришлось выбивать. Также я поставил на второе деление вот тут шпильку. Она была на первом, я поставил на третье точнее, чтобы часы немножко сократились, и тогда на руке будут сидеть отлично. Проверка самая обычная. Вот закрываю часы, вид у них великолепный. 3 года я мечтал о таких часах, и они у меня наконец появились. Их вайс, я знаю. Вот такой ремешок бешеного качества. Что хотел вам показать? Лайт. Хотел я вам сказать то, что данные часы, вот как они сидят на руке, и то, что вот мизинчик все проходит, значит, все отлично. Вот, смотрите, я шевелю ими. Да, они болтаются, но я могу просто подвинуть тут шпильку, мне не придется выбивать звенья в ремешке. Вот сейчас я просто взял и укоротил, вот на ремешке получается деление. Я поставил с 1 на 4, но еще очень много места остается. Вот, смотрите. Да, вам видно, что... Ну, считайте, палец один пройдет. Значит, тут не закрутил я специально, буду еще укорачивать. Но у меня на это все ушло очень много времени. Сейчас придется одно звено просто... избавляться от него. Так вид вообще солидный. У меня получилось снять это звено. Вот оно вылетело. Смотрите, насколько повредилась вот лопасть. Ну, получается, ушло на это все где-то 3 часа. Но получилось, и сейчас я укорочу где-то на 2 деления, может даже на 1. Также сейчас посмотрим вот эту шайбочку. Так. Ну да, на ней особо... Не, видно повреждение. Вот, смотрите, где. С левой стороны. Потому что я давил... Как у меня получилось вот это вытащить? Вот. Я вот так вниз очень сильно... в левую часть, а потом в правую, прямо так как поддевал, плюс иголку вот пробовал, иголка поломалась, и вот смотрите, на мелкие 2 кусочка сейчас, да, вот, иголки
Все, поломал. Сейчас буду укорачивать, чтобы посмотреть, как реально получатся часы. Сейчас буду укорачивать, чтобы увидеть, как ровнее часы будут на мне. Получается, отстегнуть, смотрите, у вас звено должно именно вот так стать, вот. Только тогда, когда оно так станет, можно уже пробовать дальше вытаскивать шайбу. Вот, прошел инструмент у меня сквозь. Вот, видно. Теперь просто нажатием буду выбивать ее. Теперь просто нажатием буду выбивать. Наглядно показываю. Вот, как мы видим, звено... Как мы видим, звено вышло. Все. Солнце. Вот, все, звено вышло. Теперь просто вытаскиваем нажатием и все. Получается, я отрегулировал полностью часы, но еще не закрутил две секции. Давайте посмотрим, сколько всего получилось. Тут я перестал вот на самую первую рамку, вот, из четырех. А далее я одно деление просто снял. И выходит у нас так, что... Давайте вот так часы поставим и посмотрим. Нет, лучше будет вот так, да, вот. Смотрим, у нас тут... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 делений тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 и 6 делений с двух сторон. Не подходит идеально для моей руки. Вообще четко. Вот такие. Видите, слетела шпилька вот. Хорошо, что сейчас пока видео снимал, потому что слетело в другое время, то было бы все печально. А так, сейчас мы его быстро поставим на место. Получается, вот только что я продел данное деление шайбы. Но не знаю, смотрите, держится. Туда... Обратно. Хинцурюк. Да, держится нормально. Давайте сейчас одену и покажу вам, как будет все смотреться. Часы безумно нравятся мне. Без шоки. Представьте, если бы я шел в них по улице, они упали. Не бы разбились 100% бы. Так мне очень сильно повезло. Буду их тестировать сначала в адекватных условиях. Щелчок, вы слышали? Все, вот так данные часики смотрятся у нас. И самое главное, это то, что пространство. Вот, допустим, есть в них или нет. Показываю вот так. И вы можете видеть, что мизинчик проходит. Если мизинчик проходит, значит, часы будут себя чувствовать очень хорошо. Внешний вид сразу изменился на стальный, стайл. И мне это очень нравится. G-Shock'и реально тема. Даже вот такие, смотрите, какие у меня покоцанные со всех сторон. Ну, мне не жалко будет этот браслет. Я буду его обо все поверхности, которые только можно царапать. Потому что это мои любимые часы. Потому что это... Очень достойные часы. Понравилось видео? Ставь свой лайк. Удачи, до новых встреч. Auf Wiedersehen.